Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty Modern Warfare 2. Итак, в прошлой серии мы только и успели, что в самолет заскочить. Посмотрим, что у нас сейчас из успеваемости осталось. Так. У нас всего один пулемет. У них 1000. Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров. Прайс? Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но я считаю это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Какие-то детали оружия. Сил нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок за 1000 лет войны, впитавшие столько крови, будут помнить нас за это. Конечно. Потому что мы сами выбрали свой путь. Эти гранаты. Поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Моя снаряга, что ли, вот это вот все? Мы его уничтожим. Ну, попробуйте. Я его буду уничтожать. Я из него буду котлету делать. И захреначу его. Как всегда, из последних сил. Потому что это классика, из последних сил всегда добивать. Ух ты. А я тебя вижу. Что у меня здесь? А здесь? Ага. Ну давай. Впереди большая засветка. Пещера должна быть где-то рядом. Окей. Зачем мне вот... Вот винтовка-то здесь. Точно не стреляй. Они расходятся. Отлично. Подождем. Этот код стоил цены, которая за него заплачена. Впереди Альфы. Путь по руслу свободен. Прием. Право. Песчаная буря. Почти ничего не видно. Прием. Зулу. Двигаемся на восток вдоль каньона, к северу от дороги. Прием. Ну что, будем убивать их? Да без проблем. Быстро вперед за остальными. У нас мало времени. Они вот-вот найдут тела. Кто найдет? Цепляйся здесь. Дизайбл 4. Актив. Доложите остановку. Прием. Здесь. Ну, сказал здесь. Ладно, здесь. Спорить не буду. Подожди. И... На! Ни разу, конечно, такого не исполнял, но... Все бывает когда-то. Бэтмен, он, конечно, был, но там он без убийства был. А может, я здесь хочу? Почему в пещеру? Это дамба вот какая-то, кстати. Ой, здесь тихо надо. Пока не стрелять. А я хочу стрелять. И что мне теперь? В нашу сторону идет патруль. Уходим быстро. Я его засек! Вот он! Ой-ой. Открывайте огонь. Конечно. Тихо, тихо, тихо. Блин. Надо было выйти вообще туда. Подожди. Я прямо вот отсюда их. Хреначить буду. На. Давай.
Тихо, тихо. Блин, прорвался один. А я хотел просто их вырезать, чтобы это там. Давай. Вы замечены. Открывайте огонь. Солнце, ты где? Быстро возвращайся. Да подожди ты. Бросили. Понятно. Поехали. Теперь. А так хотелось. Противник над нами. Пока не стрелять. Ай-яй-яй-яй-яй. Они и так туда шли бы. Отправьте людей, пусть проверят. Оксид, прием. Посылаю Винсона и Ламберта. Батчер 7, отбой. Убери курящего охранника или дождись, когда он отойдет. Да нифига. Поехали. Так. Так, спокойно. В этом коридоре двое врагов. Пока не стреляйте, держитесь слева. К нам все спиной, как хорошо мы проходим пока все это дело. Соуп, вниз по лестнице прямо по курсу. Два противника с фонарями. Беру на себя правого. По моей команде. Три, два, один. Все чисто. Вперед. Давай. Disciple 6. Disciple 5 не выходит на связь. Проверьте, что там. Прием. Блин. Понял, давай, давай, давай. Движемся к котельной. То, что на лестнице, конечно, твой. Снажай его. Хопа. Блин, блинский. Disciple 6, врывайтесь туда и устройте зачистку. Приготовься. Сейчас. Дверь заблокирована. Приготовься взломать. Давай, давай, давай. Зачистка левого сектора. Тактического поиска Эхо Чарли. Приступайте. Конечно. Они здесь, огонь. На. На. Подожди, подожди, подожди. Блин. Кто там? Не вижу, не вижу, не вижу тебя. Блин. Disciple 9, мы только что потеряли арьергард. Оксид, не может быть. Мы только что зачистили этот участок. Тут ни один супермен бы не... Давай. Это Прайс. Возьми щит. Снаружи нам потребуется прикрытие. Оксид, я Аватар-1. На мостике осторожно посторонние лица. Повторяю, посторонние лица на мостике. Давай. Я обеспечиваю прикрытие щитом, а я позабочусь о быстрым кадре. Уж вся надежда на тебя. Вот так. Батчер 1-5, срочно к посту, готовьтесь к доставке пол. Давай. На. Тихо, тихо, тихо.
Кто меня так хреначит? Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально? Откуда вы выбежали? Я не понимаю. Ладно. Вот оно место, которое надо пробежать. На. Тихо, тихо, тихо. Ой. Присядем. Перекур. Где они? Вон они. Нормально. Взрывного устройства перерезали. Чтобы наладить, нужно минут 10. Прием. Времени нет. Cold Eagle требует готовности устройства через 3 минуты. Поторопитесь. На. Зря вы так, детишки. Всем подразделению. Нормально я так их. Господи, ни хрена тут все, гору взорвали бы. Мы не забудем ваши верные слова. Шепард, конец связи. Еще спрятали так среди банок пустых. Быстро! Да бегу, бегу. Ой, бегу, бегу, бегу. Не успел, да? Экскалибур. Или успел? Огонь. Групповая цель. Успел. Вблизи позиции дружественных войск. Сэр, это всего в 100 метрах от вас. Это не предложение, а приказ. Вас понял. Огонь по цели вблизи дружественных войск. Давай. Давай. На! На! Кто там остался? Все взорвем! Ой-ой-ой! Тихо-тихо! Блин, бочка. За воздух рискованно. Вас понял. Отправляйтесь к туннелю. Возьмем зодиаки. Слушаюсь, сэр. На. Блин, хрень как это получилось, ладно. Отправляйтесь к туннелю. Возьмем зодиаки. Слушаюсь, сэр. Тихо. На, 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 на. Блин, на свежую гранату что ли или что? Блин. Тихо, тихо. Давай. Я немножко отступлю, перезаряжусь.
Можно заново? Ну ты где? Ты вообще мне не собирался помогать, я понял так. Отправляйтесь к туннелю. Возьмем зодиатик. Слушаюсь, сэр. На. На. Давай. Подбей их там. На. Тихо, тихо, тихо. Так. Вы же все равно кончитесь. Посмотрим, где вы. Первый здесь. Блин. Ну пойдем. Вот сейчас будем за ним гоняться. Вломим ему. Спутники какие-то летают. Для записи. Историю пишет победитель. Этого я буду. В истории много лжи. Если мы проиграем, его правда станет истиной, а нашу забудут. Шепард станет героем, ведь чтобы изменить мир, нужна красивая ложь и море крови. Он собирается совершить самый большой обман в истории человечества. Его правда станет истиной, если он выживет, а мы умрем. Нет, выживут лишь я. У него бесячая миссия, кстати. Гонки, гонки. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Все равно мы его не догоним, как бы мы ни старались. Так что вот взрывы так, чтобы это, ну, хотя бы красочно было, чтобы эта гоночка хоть как-то разнообразие было. Естественно, чтобы в тебя попали, то надо быть полным тормозом. Давай. А я что делаю? Полный вперед. И, кстати, посмотрите на наклон ствола. Кого я с такой позиции смогу подстрелить? Тихо, 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 тихо. Вертолет, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто меня подбил? Вертолет, наверное, самолет. О, бесячий, говорю. Непонятно, стреляю в воздух куда-то вверх. Уворачиваться счет всех надо. Сразу-то за ними-то тоже ехать смысл. Говорю, мы их. Как бы быстро мы не ехали, мы не сможем их поймать.
Давай. Вот так. Проскочили. Бам-бам-бам-бам. Кого-то пристрелили. Ну стреляй, стреляй. Вот как так можно одной рукой рулить так вот хорошо, а другой стрелять? Ну это же сказка. А, сейчас смотрите. Стрелять на порогах. Да вытряхнуло бы меня бы давно бы уже. Ну вообще-то меня бы в любом случае здесь вытряхнуло, лодку бы перевернуло. Давайте. Немного, немножко сауста. Вон. Я почти что уже всех победил. Огонь, огонь. Еще немножко. Куда мы? Не вижу. Да вот так вот. Блин. В камни уткнулся и все. Удалось скрыться. Два раза удалось ему скрыться. До этого вот так летели здорово, а сейчас... Чё, присесть, лечь, что тебе надо? Ты прямо как Индиана Джонс. С Ниагарского водопада на резиновой лодке. Ой-ой-ой-ой-ой. Убейте Шепарда. Да завалю этого козлина. Он-то как выжил. Почему они все такие живучие? Прям ни переломов, ничего нету. Ни пробитого легкого. Самолет рухнул и ничего. Выжил. Сейчас мы его, конечно же, увидим. На. Ползет он. Он на нас нападет. Куда бы мы ни пошли. Кстати, идти-то тут особо и некуда. Давай. Вот он. Поймать, догнать мы его не можем. Мы же шевелимся, как улитки. Он спрятался сейчас за камушком. На нас... Фу, блин. Вот он. А он еще мега боец. Один я только ничего не умею. На, в грудь. Думаете, это все? А вот хренушки там. Разработчики продумали это. За какие-то секунды потерял 30 тысяч человек. А этот дерьмовый мир просто наблюдал. Я патриот, МакТавиш. Я сделал то, что должен был. И больше ничего. Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Прямая угроза требует решительных действий. А ты знаешь, что во Вторую мировую я одного тела освободил? И сейчас он мне поможет. Как он, правда, до нашего времени дожил, я не знаю, причем не постарел. Вот. Я этого капитана Прайса еще от немцев спасал. И сейчас вот он мне должок возвращает. А ты такой крутой, с двумя аж справляешься. Ну да. Да. Тащи нож из себя. Ведь это единственное оружие. Больше же нет оружия. А силы еще есть, да, кидать его так, метать.
Давай. Тащи. Давай. Аж двумя руками. Ну да, нож он бывает сильно ходит. Хрен вытащишь. И вот теперь бросок. Давай, с последних сил наводимся. Хопа. Да, я умею кидать ножи. Вы думали, нет? А вот так вот. Даже с последних сил. Точно в глаз. Вы еще белку не видели. Ведь с 5 метров я. Бью белки в глаз. С 10 в писсуар. И стреляю, кстати, тоже неплохо. Вот так вот. Ну что ты? Оживай давай. Я тебя спас. Иди. Обними меня хоть. Спасителя. Знаешь, как в песне? Ты герой, я спаситель героя. Мы связаны судьбы. Так что... Иди. Выказывай мне благодарность и почесть. Соп, соп, что, соп? Все, все. Давай. Я сюда не сюда. Я думал, ты знаешь, на что идешь. Да. Но все-таки это оно. Знаешь, а ведь нас будут искать. Давай, давай, тащите меня, чё вы? Я еще выживу. Итак, вот очередной Call of Duty было пройдено. Это, кстати, вот одна... Да как одна? Это моя любимая часть Call of Duty. Особенно она моя любимая зимой. Именно в зимний период. Не знаю почему. Будущее меня там не прикалывают. Прошлое как-то тоже не очень вставляет. А вот именно вот эта часть мне понравилась. Музей. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну и увидимся уже в следующих играх. Пока!